в гости к британской королеве. Елизавета II на этой неделе провела традиционное чаепитие с подданными в саду Букингемского дворца. Все подробности этого светского раута у нашего корреспондента в Лондоне Оксаны Кундеренко. Ежегодно в это время Елизавета II открывает двери Букингемского дворца для тысяч гостей и приглашает их к себе на чай. По традиции в столичной резиденции проходят три садовые вечеринки в году. Вход не по билетам, приглашают самых достойных в королевстве. Очереди выстраиваются у дворца с самого утра. А в это время на заднем дворе в саду последнее приготовление. Газон пострижен в двух направлениях. Высота травы строго 21 миллиметр. Дорожки подметены, клумбы в идеальном состоянии. Главная подготовка для садовой вечеринки – это, конечно, сам сад. Обычно розы в нем расцветают позже, в июне. Но в этом году мы изменили систему подрезки, и они расцвели как раз вовремя. 10 тысяч гостей наслаждаются цветами и парком на заднем дворе Букингемского дворца примерно час. Затем ровно в 4 пополудни прибывает Ее Величество. Елизавете II с супругом предстоит общаться с незнакомыми людьми. Ассистенты представляют ее тем, у кого особые заслуги перед государством. На каждую светскую беседу всего пару минут. О, правда, как мило! Еще одно садовое чаепитие этого лета состоится в Шотландии, а остальным желающим попасть в гости к королеве придется ждать целый год. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».